Здравствуйте, уважаемые подписчики, друзья нашего канала. Сегодня мы вас приветствуем с Мариной и продолжаем рассказывать о возможностях карт Таро. Я думаю, что будет очень продуктивно, интересно. Всем рекомендую посмотреть это видео. Уже две части сняли, это третья часть. Посмотрите на канале. В прошлом видео мы закончили говорить о бизнесе, о возможностях, как человеку заработать. Вот, что надо делать, чтобы больше заработать, какой финансовый потолок. Вот. А сейчас мы поговорим о том, когда вы хотите узнать что-то о человеке. Что он о вас думает, что он из себя представляет. Да? Делает ли он вам какие-то гадости. Да? Стоит с ним общаться, да? Подпускать его близко к своей семье. Там, да? Или стоит вообще с ним не общаться. То есть полностью узнать его прошлое. Как он по отношению к вам себя ведет. То есть это очень важно. То есть вот эти человеческие отношения – это тоже очень приоритетное направление. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, зрители. Видите, восьмерка мечей и королева мечей. Значит, карты Таро раскроют на то, что у вас закрыты глаза. Да, совершенно верно. Именно что связывает человека к вам отношения к карте Таро, это делают легко, да. Видите, как все, что вот даже печалит человека, какой-то страх присутствует, карты Таро именно могут на это дать ответы, почему. Да, это очень важно. Там, допустим, с кем ваш ребенок общается, да, там, благополучна ли семья, стоит ли его туда отпускать, вот, какие дети там, не испортят ли они его. Если страх, то да, конечно же, это ответит на этот вопрос. Стоит там общаться, общение. Вот, кстати, еще тема с прошлого. Когда, допустим, ребенка хотите отдать в детский садик какую-то, школу, университет, там, академию, да, куда человеку пойти учиться там? Стоит ли ему туда пойти учиться? Комфортно ли ему там будет? Все хорошо ли будет, правильное направление, какой факультет и так далее, какая школа подойдет, не испортит его эта школа, или наоборот, хорошо ему там будет комфортно, не будут ли его там унижать, бить там, вплоть до террористических актов, там, будет ли он там, не будет, там, все что угодно. Ну да, можно не только так трактовать, можно даже сказать, можно даже поехать в школьный лагерь или нет, как пройдет эта поездка у ребенка, кто много переживает, да, за детей. Так же, как поход с семьей кинотеатра, как он принесет, полезно будет или нет, или какие-то будут неприятности могут возникнуть, да, это тоже можно увидеть на раскладе. Возможности, да, карт Таро на самом деле гигантские просто, да, вот когда начинаешь про это говорить, и это есть, и вот это в голову приходит, и вот это можно узнать, и так далее. Вот путешествия, например, очень важны. Когда человек куда-то собирается ехать там, в отпуск, путешествие, там, упадет самолет, не упадет самолет, тем более сейчас такое время, там, взорвут, не взорвут, там, будет ли спокойно, там, понравится туда съездить, не понравится. Это же большие колоссальные деньги надо накопить, чтобы всей семьей поехать. То есть это лучше узнать заранее, подготовиться, в какое время поехать, там, комфортно это время будет, хорошее или перенести какое-то другое время года. Да, совершенно верно, это можно узнать на раскладе также. Кто к вам относится с какими-то хитрыми намерениями, это тоже можно узнать вышеперечисленными. Допустим, страна проживания, например, да, когда вы не можете определиться, в каком городе жить, в какой стране жить и так далее. То есть это настолько важно, да, там, в какой части этого города жить, да, как говорится, да, по фэншую. Но фэншуй это он индивидуален, он не общий, его тоже надо смотреть. Ну да, чтобы, видишь, не было вот этих вот всяких несчастий, да, вот это вот разочарований, то, конечно же, нужно вот обращаться к дорогу, и он вам скажет, что вот как себя вести в той или иной ситуации, где лучше сделать выбор, ну, в какой лучший город приехать, чтобы такие же вот не было каких-то войн, допустим, да, вот если человек хочет узнать, будут там какие-то такие вот вспышки агрессии у людей, да, какие-нибудь там транспарантами идти, вплоть до заключения под стражу, тоже можно узнать. Это все карты отвечают на те вопросы. Да, кстати, вот ты сейчас затронула тему, да, там попадет человек в тюрьму, не попадет в тюрьму там.
пронесет его. Очень тоже много людей обращаются, там, которые там после ДТП, там, когда там суды идут, когда еще что-то там, да, или какое-то действие человек хочет совершить, он спрашивает, а если я вот так по отношению к этому человеку сделаю, наработаю ли я карму какую-то, посадят меня, не посадят, оштрафуют и так далее. То есть вот эти все ситуации там судебные, выиграю я суд, не выиграю, там, да, многие тоже говорят, а вот если я подам на этого человека в суд, например, судебные дела можно разбирать, вот, как все будет дальше. Это очень важно, и настолько вот важно. Многие просто не верят в это или не обращаются, просто идут напрямую, как будет, так будет. На самом деле кучу денег можно, при какому адвокату лучше обратиться, к этому, также все это правильно же можно подобрать. Юрист там, да, сейчас же юрист везде там, да, для недвижимости, подобрать недвижимость тоже там, да. То есть вот все вот эти моменты там очень-очень важны. Видите, тоже выпала верховная жрица, да, совершенно верно. Карты Таро помогут найти какому адвокату или юристу, или какую-нибудь компанию, где вам больше помогут, не только как бы вам разъяснят всю суть, а помогут составить документацию на вот. Не было никаких таких отрицательных нюансов. Да, Таро, возможно, все. То есть очень много хитрых людей, недоброжелателей и так далее. Даже строительство дома. Вот вы какой-то дом, допустим, подобрали с помощью таролога, земля позитивная, подходит вам по энергетике, и вы не знаете, какую строительную компанию нанять, какого прораба взять. Это тоже можно все проверить. Поверьте мне, я уже строюсь там 6 лет, уже прошел все круги там, и трубы, и так далее, медные там, да, и воду. И огонь, и понимаю, как бы, да, что это много денег стоит. И нужно правильно подбирать людей, как бы, чтобы потом не разочароваться. Потому что люди разочаровываются и теряют огромное количество денег, когда там прораб дурит постоянно. Там, они все почти дурят. Просто один в большей степени будет, другой в меньшей степени. Поэтому это тоже очень важно. Из чего сделать дом там, да, и так далее. То есть, если я компетентен в этих вопросах, есть специалист Марина, допустим, и мы вместе можем такие вещи вам сказать, как, которые вам мало кто скажет. То есть, когда человек разбирается в медицине, в питании, там, в духовном развитии, в строительстве домов, в автомобилях там, и так далее, там можно посмотреть и максимально приближенно к действительности ответы будут, то, что вы можете в жизни использовать. А когда просто таролог там хорошо раскладывает, но он не понимает в этом всем, он не даст нормальные ответы. Видите, падает шестерка кубков и карта Солнца. Да, все верно. Таро очень можно найти практически ответ на любой вопрос, который вы зададите. Все верно. Только компетенция, конечно же, людей, да, как вот мы с тобой, да, то есть она огромное значение имеет, чтобы человек получил правильный ответ. Совершенно верно. Как влияет там какая-то ситуация, просмотр какого-то фильма, там, музыки какой-то, да, люди часто какую-то музыку слушают, там, как влияет эта музыка на человека, люди даже не задаются вопросом, это вредно для здоровья или не вредно. Это все можно также узнавать. Ну да, видите, падает десятка пентаклей, тут кубков, да, чтобы вот именно если смотреть по энергетике, да, чтобы вот именно вы желательно слушали положительную музыку, а не отрицательную, потому что если вы слушаете отрицательную музыку, то у вас энергетически начинается меняться энергетика, да. А если вы слушаете положительную музыку, классику, там, но и не только классику, то чем у вас накопится энергетика, да, что вы будете излучать, как будете идти по жизни, потому что даже музыка, она также несет в себе информацию тех людей, которые ее поют. И это все отражается на вашем физическом уровне, на энергетическом тоже. Да. Вот, допустим, там можно посмотреть, будут ли аварии какие-то, да, там, где угодно. Там, на железнодорожном транспорте, автомобильном, самолеты, там, в доме там что-то будет ломаться и так далее. Все это можно тоже заранее смотреть. То есть изначально, чтобы человек понимал. Ну, мы уже ответили на этот вопрос, да, да. При полете путешествия семьи, да, что вариант такой возможен, да. Там можно узнать, как состоит поездка, какая она будет, как произойдет ваше путешествие, ваш отдых. Это можно.
Планируются ли какие-то проверки государственные вашего бизнеса, налоговые, там, другие структуры, там, пожарных там, и так далее? Кстати, да, правильно же, можно же это все посмотреть. Да, конечно же, не только даже это можно узнать. Можно даже, стоит ли переезжать вам, менять место, ну и жительство, работу. Это все просматривается, карты отвечают, да. Помощь, кстати, в инвестициях мы не сказали, да, когда человек хочет куда-то вложиться, там, допустим, на бирже, там, золото купить. Ну, то... император однозначно, да, это тема их любимая, наверное, скорее всего, потому что выпал император. Да, то есть это сделать проще, как бы, допустим, для тебя, да, такие карты выпадают, рука набита, как бы, опыт есть, и просто каждого человека мы предупреждаем, у каждого есть программа определенная, своя. То есть, насколько можно детально дать человеку информацию. То есть, раньше, как бы, когда не было понимания, там, 5-10 лет назад, да, а сейчас глубокое понимание, что один может детализированную информацию получить про вложение в рамках своего финансового потолка, другой человек более поверхностную информацию, а третьему скажет: дружище, а тебе вообще это недоступно, ты не должен это знать, а вообще там денег в этой жизни не будет, ты наказан за что-то там. Правильно же? Ну вот видите, семерка пентаклей выпала и посуду. Да, здесь можно сказать, что вот видите, вот семерка, она отвечает за то, что идут какие-то медленные, возможно, процессы будут. Да, вот если человеку суждено иметь много денег, да, он будет делать, просто мы можем их улучшить, направить куда-то. А если человеку суждено какие-то меньше, значит, что бы он ни делал, по судьбе у него именно вот этот потолок, он у него будет присутствовать. Совершенно верно. Потому что суд отвечает именно за то, что человеку суждено, да. Даже вот в прошлом мы говорили, даже взять голодание, например, питание, голодание. Вот голодание, например, там, подходит ли голодание, стоит ли человеку голодать, там, что у человека есть какие-то заболевания, там, да, навредит ли ему это, не навредит, какие голодания, сколько, насколько длительно, все это можно разобрать. Да, видите, выпила пятерка жезлов и пятерка кубков. Да, совершенно верно. Карта ответит, стоит вам это делать или не стоит, нужно ли вам это делать или не нужно. Я соглашусь с картами, поэтому перед тем, как начинать голодать или что-то еще, лучше, конечно, обратиться, чтобы не навредить себе. Вот карма, тема карма, например, она очень большая, да, допустим, есть ли у человека карма, сколько ее, да, там, она же периодами возникает, за что это карма, про прошлую жизнь. Видите, колесница выпадает, она может быть как и положительная, так и отрицательная, но как вы пройдете? Вот именно в процесс, когда у вас все плохо, и как вы ее пройдете, это тоже зависит от вас, и также можно скорректировать по картам, стоит делать какие-то движения или не стоит этих делать движений, или лучше просто пересидеть, да, вот именно в этот плохой период и начаться какими-то другими, подпитывать себя положительными энергетиками, чтобы именно в плохой период вы потом вышли полноценно в такой полный круг общения, где у вас все идет именно положительные эмоции, это самое главное, когда идет в плохом периоде. Не навреди ни себе, ни окружающим, да, и это все можно узнать по картам, да. Или когда, допустим, человек хочет совершить какое-то действие, например, да, наработаю ли я карму за это, да, или в прошлой жизни разобрать прошлую жизнь, там, или прошлые жизни, и на фоне этих прошлых жизней понять, что вы делали не так. Как вы жили там, почему сегодня у вас такая вторая половина, почему столько денег и так далее. Ну да, видите, выпал карта дьявола, это, конечно, все прошлое, видите, в подвешенном состоянии, все, что у нас было в прошлом, и нам кажется некоторым, что оно не несет его в настоящее, поэтому оно в подвешенном состоянии. Но, тем не менее, девятка пентаклей вам говорит о том, что все прошлое несет в нашу жизнь, прожитую нашу жизнь. Да, что мы сделали не так в прошлом, поэтому мы отвечаем уже в этой жизни настоящую. Это можно увидеть на картах. Да, и вот все вот эти детали кармы, как бы, да, то есть, чтобы вы понимали, что она блокирует, на что она влияет в данный момент, когда она закончит свое действие, да, потом перерыв какой-то возникает, потом она опять может в действие вступить. Может, вы уже ее наработали, но она еще не вступила в действие, да, вступит через какое-то время. А что вы не так сделали, да?
То есть осмыслить, понять, увидеть все это со стороны, потому что сам себя не можешь, знаний не хватает, оценить свою жизнь, посмотреть себя со стороны. Это очень важно, правильно же? Да, это очень главное состояние, потому что, видите, башня, мы даже иногда не знаем, такая ситуация может быть безвыходная, вот именно разрушающего такого, что человек даже не готов прислушаться. Ну, вот это вот плохо, когда человек, а если когда вот человек обращается, и он получает, допустим, информацию, которую говорят карты, и он идет именно тем путем, который именно сказал таролог, то получается, когда у него, видите, что получается туз пентаклей. Значит, если человек знает, что его ждет, и при получении этой информации, значит, только будет положительный. По факту он получит именно то, что хочет. Да? Значит, если ему нужно в плане зарабатывания денег, и он на раскладе узнает, почему он не может зарабатывать денег, и он прислушивается, он делает правильные, значит, вещи, и по факту вот ему, пожалуйста, деньги, да. Если в плане семьи, почему он не может найти вторую половину, да. Также при раскладе можно посмотреть, почему, в чем загвоздка, почему не приходит вторая половина. Посмотрели, разложили, и говорят, какие-то есть варианты, да. Человек начинает думать, переосмыслять, меняться, но тем не менее по направлению, сколько мы уже делали, в большинстве случаев, конечно, человек должен начать меняться сам себя, не менять свою вторую половину, да, а начать меняться сам, и вот тогда у него получается в жизни совершенно другие моменты, более положительные, более правильные. Имя, например, подбор имени, фамилия, там, да, допустим. Подходит ли это имя человеку по энергетике, по программе, там, стоит ли фамилию менять, как изменится его жизнь там, и так далее. Это очень важно, как будущее будет, как повлияет там, на финансы, на здоровье, на отношения, ну, вообще на всю жизнь. Ну, вообще, как бы можно подобрать имена с карт, да, такой вариант присутствует, потому что здесь падает девятка кубков. Все-таки выбор такой, да, есть такой и по рыцарю пентаклей. Я бы сказала, что можно. Подходит оно вот или не подходит, можно, да. Да, это очень важно на самом деле. Допустим, узнать о каких-то вирусах, паразитах, там, грибках, там, да, там, опасно они для вас, не опасно, стоит ли лечить, там, не лечить, там. То есть вот эту тему мы еще вскользь затронем. Вот. Здесь выпадает король мечей, в основном это как бы хирурги, да, такие врачи, такие, знаете, что обращение к врачам. Да, такое возможно, да. И еще как бы то, что мы начали говорить, да, место жительства и так далее. То есть можно задать вопрос, комфортное место жительства, там в каком городе больше подходит, да, вам. Где вы больше получать будете. Иногда бывает, что карты советуют человеку просто переехать. Человек говорит, я не хочу переезжать, у меня все хорошо. И карты говорят, ты встретишь свою вторую половину, там, которую ты давно искал. Или ты будешь гораздо больше там зарабатывать. Человек такой, ой, а куда я поеду? А я привык, я не хочу, я боюсь. Потом человек туда переезжает, едет и постепенно видит, как его жизнь меняется в лучшую сторону. Говорит, ух ты, ничего себе, а я об этом не думал, ничего не понимал. Правильно же? Такие случаи часто бывают. Совершенно верно, да. Такие случаи присутствуют, и это подбирается картами, да. Это можно увидеть. Я думаю, что эту часть мы закончим. Еще одну часть снимем. Благодарю Марину, благодарю создателей, кто за картами стоит. Развивайтесь вместе с нами. Пишите обязательно свои мысли, комментарии. Если интересные темы есть для ченнелингов или для Таро, обязательно пишите с ними или для моих лекций каких-то, кто хочет что-то услышать от меня. Вот. Ну, есть канал «Лабиринты знаний», «Хранители знаний». Вот. Обязательно подписывайтесь. Телеграм-канал, там очень много интересной информации. И всегда ждем вас на наших консультациях. Успехов вам и счастья. До свидания.